власти приняли решение добавить на льготное автокредитование еще 5 миллиардов рублей. В пределах этой программы бюджет восстановит 10% от первоначального взноса за авто, который стоит до 1,5 миллиона рублей. В РГС-банке ожидают перезапуск программы в мае этого года, отмечая, что уже начат сбор заявок от банков на участие в программах льготного автокредитования и автолизинге. Подробности на сайте.